Привет, друзья! В этом видеоролике я расскажу, как сделать сброс настроек на новых Samsung с 11 Android. Итак, на выключенном телефоне зажимаем звук плюс, вставляем кабель или в компьютер, или в зарядку и подключаем к телефону. Зажимаем клавишу включения. Как появится логотип, отпускаем эту клавишу. Продолжаем держать клавишу звук плюс. Телефон зашел в режим recovery. Клавишей громкость вниз двигаем курсор на пункт Wipe Data Factory Reset. Клавиши включения подтверждаем. После сброса выбираем пункт Reboot System Now и подтверждаем клавиши включения. Телефон перезагрузится и через 3-5 минут загрузится до экрана настройки. Всем удачных ремонтов!